Вот посмотрите, какой металл применяется в ракете достроения. Металл должен быть очень прочный, но и не очень тяжелый. Приобщиться к великому здесь ждут каждого. В музее имени Германа Титова в селе Полковниково Косихинского района в день космонавтики традиционно стартовал краевой фестиваль космоса «Я – Алтай – Вселенная». В этом году уже 8-й по счету. В эти дни мы, кроме того, что проводим экскурсии, мы открываем новые выставки, мы проводим встречи с космонавтами ежегодно, традиционно. Космонавты едут к нам в музей на родину Германа Степановича. Мы проводим различные мастер-классы, викторины, квесты. Обязательно интересное событие – это запуски действующих моделей ракет на усадьбе детского музея. Особенность этого фестиваля – визит почетных гостей. 14 апреля в региональном форуме памяти Германа Титова «Молодежные чтения» примет участие космонавт, которому долгое время принадлежал мировой рекорд по суммарному налету на космических кораблях и орбитальных станциях. Почетным гостем фестиваля станет Сергей Васильевич Авдеев, легендарный космонавт. До 2005 года он был рекордсменом по пребыванию в космосе. Он совершил 3 космических полета, 10 выходов в открытый космос. Это очень серьезные такие показатели. В эти выходные почувствовать себя Авдеевым, Гагариным или Титовым может любой желающий. В подобных перчатках космонавты выполняют свои задачи в открытом космосе. На самом деле это не так уж и просто, хотя это, конечно, макет. Я тут первый раз, мне здесь очень нравится, очень красиво, реалистично. Восхищение про космос, какая красота, какие галактики все. Я очень восхищаюсь Юрием Алексеевичем Гагарином, какой он был смелый, что полетел в космос. Для меня космонавтика – это еще и мой день, у меня сегодня день рождения. Поэтому для меня это такое большое как бы значение. Здесь мы второй раз, безумно нравится. Очень много экспозиций, экспонатов, да, различных макетов. Очень-очень интересно. Сами хотели быть космонавтом в детстве? Да. Среди посетителей есть и гости из Москвы. Приехать на Алтай – это была моя мечта. Мне очень хотелось. Мы мечтаем еще съездить в горный Алтай. И музей очень нравится. Дело в том, что я училась в школе на родине первого космонавта. И посетить этот музей, это место, это тоже было приятным событием. Фестиваль закончится 15 апреля. В целом же мероприятия, посвященные Дню космонавтики, пройдут на территории всего края. Мы прилетели поздравить землян. Откуда вы прилетели? С очень далекой планеты. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.